Members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. There comes a time in the affairs of men when they must prepare to defend not their homes alone, but the credit of faith and humanity. Остров Макин. Один только песок и небольшая военная база японцев. Разведотряд Миллера высадился там почти неделю назад. С тех пор от них нет никаких вестей. Ждать мы не будем. Отправляемся туда. Хотя, скорее всего, все они уже погибли. Если слухи о японцах правдивы, смерть – лучшее, что ждало их на острове. Думаешь, если ты молчишь, это значит, что ты сильный? Ты не сильный. Ты просто упрямый. Ничего им не говори! Черт побери! Все американцы такие. Убейте обоих! Пошел ты к черту! Самого цюкнай! Миллер, слава богу, ты в порядке! Они у нас заплатят за все, что сделали! Ублюдки! Хватай винтовку! Наведем шухер! Ройбу! Дай сигнал ударной группе! Мы идем! Пошел! Пошел! Правый план! На левый план! Здесь, рядом со мной! Давай! Они направляются сюда! Держись меня, брат! Ложись, граната! Иди сюда, быстро! Превосходный выстрел! Они приближаются! Сюда! За флангами! Не дайте им окружить нас! Я иду за тобой! Я вас... Пошел! Пошел! Правый план! На левый план! Приближается вражеская пехота! Давай.
пошел! Следить за флангами! Не дайте им окружить нас! Хорошо сработали, морпехи! Пошли! Перезаряжаю! Прикрой меня! Перезаряжаю! Получил! Нравится! Ты говна кусок! Отделение поддержки высаживается прямо впереди. Пошли. От этого места у меня мурашки по коже. Стойте, в этом дерьме как дома. Ушки на макушке. А это еще что за хрень? О, смотри! То ли храм, то ли еще какое-то дерьмо. Дерьмо! Мина-ловушка! Вот они! Держаться! Отделение поддержки будет здесь с минуты на минуту. Займите местность, ребята! Дерьмо! Их накрыли! Их прижали к берегу! Японская пехота идет по реке с запада! Ройку! Пулемет на правом фланге! Пошли! Брат, приближайся! Гаси этот прожектор! Хороший выстрел! Управляем его туда!
Дерьмо! Их накрыли! Вражеские! Их прижали к берегу! Хороший выстрел! Японская пехота идет по реке Сан! Пошли! Вот они! Иди! Я их додержу! Хочу пройти через все это быстро и чисто. Вы слышите меня? Быстро и чисто! Будьте настороже. Что за черт? Кто убил этих парней? Запросите по радио, не проходил ли здесь перед нами другой отряд. Засада! Вперед, повелитель! Вражеская пехота! Впереди! Шевелите! Ройбук, заводи грузовик! Миллер, проделай дыру в этой бочке! Наконец-то! Пошел, пошел! Впереди высаживается отделение Хадсона! Это надо выступить! Сорви этот склад боеприпасов! Миллер, поддержи меня! Давайте, пошли! Так все. Точно! Закладки! Этот человек ранен! Надо прикрыть меня, пока я буду устанавливать заряды! Вот они! Дерьмо! Ah!
Беречь эту дверь, киллер! Давай за работу. Продолжай ставить заряды. Приближается вражеская пехота! Несколько минут, там заряды установлены. Мы уходим. Быстро! Да. Надо, чтобы Джерри поставил взрыватели. Мы живо! Должны добраться до точки высадки как можно быстрее. Заряд готов, подрыв! Киллер, давай со мной! Они повсюду! Сюда! Держись тут. С тобой все будет в порядке. А где же фейерверк? Только не говорите, что все взрыватели да, испорчены. Лучше не надо. Спустя 3 года после штурма Макина мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц Миллер, сержант Салливан и я. Нас называют стариками, а ведь каждому из нас нет даже 30. Время! Удачи всем вам! Так оно и есть. Держитесь вместе, и мы разделаемся со всем этим дня за три. Вот они. Ублюдки даже не поймут, что их убил. Флот выбивает дерьмо из этого острова. Миллер! Как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую поддержку. Без колебаний. Ройбук, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки до линии деревьев. Будь на позиции, когда мы двинемся в грузы. Что за черт? Это был один из наших? Твою мать. Восточник хребет. 290 ребят на позиции. Они уничтожили еще один транспортер. Быстро! Пригнуться! 20 секунд! Держись, парень! Нам надо убрать эту штуку! Ай, дерьмо! Водила, опускай аппарат! Они могут перейти к нам в любой момент! Поролись! Опускай аппарель! Огонь высокоэффективный, Waco 81, азимут 35, станция 28, залп. Хорошая работа. Перегруппироваться по линии деревьев. Пошел! Откуда ведется огонь? Врача! Не дай им прицелить на тебя! Максим, пошел! Пошел! Что, черт побери, пошло не так! Даже не предполагалось, что мы встретим там сопротивление! Ракетный удар должно быть слегка успокоен. Всем лежать! Что нам делать? Все готовы! Наверх!
дерьмо! Они вон там! Сними их оттуда! Пулемет на гнездо! Ложись! Живо! Сюда! Огнеметчик, вперед! Жги их, Джонаси! Примкнуть штыки! Если припрет, пустите их в тело! Веселее! Разлет! Отступить позиции! Левый фланг! Вокруг бункера! Я иду за тобой! Сикеры буют! Вражеский пулемет! Они не собираются сидеть! В укрытие! Вражеская граната! Сторожи! Пошли! Смотрите на юг! Еще один пулемет! Привет! Разберите! Натяни его! Они направляются сюда! Вражеская граната! Я тебя прикрою! Перезаряжаю! Японский пулеметчик! Еще ходят! Цель принята, огонь на поражение. Заградительный огонь, Вейка 2, опять попадание. Цель уничтожена. Прекратить огонь. Приближается вражеская пехота! Рядом с деревянной стеной! 15 секунд. Я этих ублюдков под запах! Они уже близко! 5 секунд. Готовы поддержать огнем. Укажите расположение цели. Готовиться!
Вперед! Нет выбора, правда? Перегруппируемся у грузовика! С этого момента все тщательно просматривать местность. Они могут быть где угодно. Посмотри там! Попробуй занять позицию на фланге! В укрытие! Вызови ракетный удар по пулеметному кресту! Цель принесла огонь на поражение. Вызови ракеты по этому укреплению! Иди вперед! Заградительный огонь, Рейка 2-5, попадание. Цель уничтожена. Прекратите огонь. Они приближаются! 15 секунд. 10 секунд. 5 секунд. Пойдем ублюдкам, как снег на голову! Они не справляются! Мы их достали! Да! Подай! Бей их! Продолжать огонь! Он серьезно! Наведение, уточните цель, прием. Цель принята, огонь на поражение. Цель поражена. Возможен ракетный залп. Залп по цели. Рома, дивизион 1-6, несите поправку. Повторяю, несите поправку в прицел. Ребята, готовы нанести ракетный удар по побережью. Что дальше, Сарч? Зачистить местность. Ожидать дальнейших приказов, майор. А все остальное когда? Скоро, Полонский. Скоро.
Нет! Салливан, нет! Держись! Все будет в порядке! Санитара! Всех нас шокировала гибель Салливана. Никто такого не ожидал. До сих пор не верится. Самый крепкий, надежный, отважный морпех из всех. Какая-то доля секунды, и он мертв. Теперь все зависит только от меня. В этой операции я возглавлю этих ребят. Их братья. Зенитные орудия на аэродроме Пелелиум открыли огонь по нашим самолетам. Наша задача — захватить этот аэродром. Любой ценой. Наши скоро собираются отправить его тело домой, в Штаты. Я-то думал, что Салливан наверняка поедет домой. Мы позволили себе расслабиться, Полонский. Так, ну и что теперь? Тодзио зацепились к западу от нас и держатся крепко. Прямая дорога ведет в жерло японских пушек. Мы обойдем с фланга. Придется попотеть, но ничего, не помрем. Мы объединимся с пятым, когда пройдем через это болото. Оставаться на стороже. Бедняга, его должно быть сняли этим утром. Фюзеляж еще дымится. Поищите выживших. Он весь чем-то опутан. Дерьмо! Гранаты! Убирай! Не ловушка! У нас потери! Надеюсь, больно было! Засада! Сдерживать их! Это ловушка! Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Еще одна чертова засада! Они повсюду! Натяни его! Кажется, мы опоздали. Пятерка уже кого-то дерет сзади. Пулеметы в бункерах впереди. Пехота засела прямо перед ними. Рядовой, гранату туда, живо! Все вперед! Пошел, пошел! Захватить ту позицию! Без проблем! Прикрою! Помоги мне отнести его! Оставайся с ними!
Нужен подавляющий огонь по пулеметным бункерам! Огнеметчики должны добраться до них! Пулемет! Эй, заряжай! Филлер, хватай огнемет и закончи там! Подберись с огнеметом к бункеру! Подберись с огнеметом к бункеру! Я их вижу! Прямо! Из огнемета их! Сейчас рванет! Сваливай оттуда! Эй, черт, мы вас погнал! Всем гореть, маленькие ублюдки! Выдвигаемся! Отсюда кругом! Они идут прямо на нас! Держаться вместе! Аэродром за полмили отсюда, к северу! Самолет, который мы теряем, осложняет нашу работу. Роду! Они в траве! Уроем наконец-то! Вон там! Наверху! На дереве! Дерьмо! К ним подходит подкрепление! Они только нас и поджидали! Враг окопался в административном здании! Как стало? У нас потери! Берегись! Вражеский полигон! А что происходит? Седьмой взвод подходит с севера. Их танки пытаются пробиться к аэродрому. Там просто кошмарная бойня идет. Мартышки тот же держатся. Нас прижало пулеметным огнем сволочь со второго этажа. Есть идеи, сержант? Да. Впереди сгоревший грузовик. Филлер, Полонский, со мной. Вытряхни птичку из гнездышка! Вот тебе! Они на прорыв! Ты сюда! Еще один готов! Ложись! Тебя летит граната!
дайте им прийти в себя! Бросим их отсюда! Это не так-то просто! Просто не было никогда. Но мы сможем сделать это, Полонский, да?
Удачи! Классная работа, морпехи! Надо передать Гордону хорошие новости. Эти твари почти нас поимели! Мы аэродром! А, дерьмо! Повторяю, сержант, у нас проблемы! Аэродром остался в нашем... Заметили передвижение по следлению японцев к северу от аэродрома. Немедленно запросить поддержку с воздуха. Да, сэр, вас понял. Все на позиции. Смотреть в оба. Не расслабляться! Мы должны удержать этот аэродром! К ним подходят подкрепления! Они приближаются! Рядом с теми контейнерами! Они идут прямо на подходе грузовики с пехотой! Они подтягивают танки! Миллер, разберись с другой леденинкой! Подходят подкрепления! Эй, на подходе грузовики с пехотой! Будет черт, подери, к ним идут подкрепления! Они подтягивают танки! Миллер, разберись с тяжелой единицей! Миллер, готовы! На подходе японцы! Сэр, мы удержали аэродром. Повторяю, аэродром остался в наших руках. Фашистский рейх, опухоль на теле Европы. Он опустошает ее, подобно чуме. Их беспощадный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин и детей. С гордыней фюрера может сравниться лишь жестокость солдат Рейха. То были страшные дни немецкой осады Сталинграда. Thank you.
Мне нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту резню. У меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Бери винтовку и сбеги за дорогу. Тот мудак в машине, генерал Генрих Амсек. Это ему мы обязаны Сталинградской битвы. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже 3 дня я на него охочусь. Вот уже 3 дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амселя поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов? Огонь! Черт! Быстрее, пока он уберется, не летит. Прямо. Осторожно, собака. Действовать и побыстрее, но задачу выполнил. Пора закончить дело. Сюда. Черт. Вооруженный патруль. Нужно найти другой способ подобраться к Амсеру. Не высовывайся и следуй за мной. Сюда, пока они не увидели трупы. Уже несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Литься будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! Внутрь, живо! Сволочь, чуть меня не задел. Мы не сможем продолжать, пока не спалим. Следуй за мной.
выстрел был с того берега. Вон там, в здании со знаменами. Поиграем в кошки. Я заставлю его выстрелить еще раз. Смотри внимательно. При выстреле будет вспышка. Готов? Давай. Он на верхнем этаже, справа! Я его еще раз отвлеку. Приготовься его убрать. Видел его? Он точно знает, где мы. Больше я рисковать не могу. Теперь его поисками займешься ты. Держись в тени. Если он выстрелит, беги. Отличная охота. Патрульные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить. Немецкий патруль. Пусть пройдут. Sowjetische Truppen! Они нас сами. Уходим! Ложись! Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Они окружают здание! Мы должны торопиться! Быстрее, пока мы тут не сгорели! Позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. Нужно найти выход. Броневик снаружи. И ты пока нас не убили. Прыгай, пошел. Der mit dem Flammenwerfer verbrennt diese Russenschweine. Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо. Так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Дмитрий, обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице. Сюда, товарищи. Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стрелять. Видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Отлично стреляешь, Дмитрий! Строим наших товарищей внизу! Сейчас же! Еще один! Взорви его! Еще! Пулеметчик на втором этаже! Немецкие подкрепления на балконе слева! Продолжать огонь!
еще на верхнем балконе! На лестницу, быстрее! По нам ведут огонь! Всем укрыться! Пехота, огонь по ним! Пехота! Огонь по ним! Это будет непросто! Разделайтесь с этим! Прекращай огонь! Прикрывай наших друзей! Продолжай в том же духе! В атаку! Транспортер, разберись с пулеметом! Наши товарищи освобождают здание. Поосторожней с огнем. Прямое попадание. Они захватили связной пост. Амсель попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. Вперед! Не останавливаться! Wo kommen nur all die Truppen her? За мной! Я знаю отличную снайперскую позицию с видом на командный пост. Не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отпущены. Смерть генерала Ансери только начала. Смотри прямо! Здание, украшенное флагами, это немецкий командный пост. Скоро появится генерал Ансери. Стрельба привлечет его внимание. Трус! Вот он! Черт, он не один! Расстрели башку его телохранителю!
Рассел использует подбитый танк как укрытие! Уходит! Он использует горящий грузовик как укрытие! Чтобы с ним разобраться, надо сначала убрать снайпера! Амселю! Димка, а ты меткий стрелок! Нас будут искать, надо уходить! Живее, пока снова не стали палить из танка! Сдохните, меткие твари, сдохните! Давай воду, Дима! Это наш последний шанс! Пошел! Уходим немцев 10-1. Волна за волной. Наша пехота идет на укрепление, защищая путь бронетехники. Как только мы захватим Зиеловские высоты, путь на Берлин будет открыт. И тогда мы кровью взыщем долг за всех погибших. Tod stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie, genau wie diese dreckigen Schweine. Was kaputt? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen! Was ist das? Дмитрий? Черно, прикончи этих крыс! Ты снова обвел смерть вокруг пальца! Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин! Чернов, я не слышу выстрел! Нет необходимости, сержант! Они истекают кровью, им не выжить! В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Поджечь пшеницу! Они не уйдут! Огонь! Мы должны стрелять им в спину! В спину! Живо! В голову! Куда хотите! Только прикончите! Как все изменилось, приятель. Теперь это их территория, их народ и их кровь. Бей их! Бей, как поганых крыс! Оттесняй их! Воду! После Сталинграда я доверяю твоей интуиции. Налево или направо? Выбирай.
Загони их в лес! Последнее, что они увидят, это огонь, пожирающий их врагов. Убейте их! Кидайте бутылки, пусть они сгорят на месте! Покажите им! Это граната! Зайди к пулемету сбоку, пока он нас всех не порешит. Стреляй из гранатомета! Идиот! Еще!
Сталинграда! Продолжай, пока не подожжешь их всех! Еще танки! Дмитрий, я смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем. Черт, еще один танк! Дмитрий, разгрызни! Стреляй из панцершрека! Сержант Резнов, вам, похоже, нравится их убивать. Я видел, как мои друзья умирают передо мной от руки этого паразита. Эти сволочи и не такое заслужили. Тим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Ты это заслужил. Чернов, а ты нет. Пойдешь пешком.
Вот и все, товарищи. В атаку! Как только мы очистим эту территорию, мы сможем насладиться великой победой. Разнеси эти чертовы башни! Используй панцершрек! Найдите снаряды! Снести все вышки! Товарищи солдаты, следуйте примеру Дмитрия! Это не научатся! Приближается немецкий грузовик! Дмитрий, взорви его, пока они не заняли позицию!
гады сейчас раздолбают наши танки! Нам надо зачистить эти траншеи и разобраться со всеми минометными окопами! Подготовить огнемет! Ложись! На том холме пулемет! Он косит наших ребят! Поставить дымовую завесу! А то он нас лоскутой порвет! Бросай дымовуху! А теперь разберемся с ними! Сюда! Гляди, оба! Они первая минометная позиция прямо впереди! Иди разберись с ними! Едва же пострелять не надо!
сюда! Занять высоту! Следующий минометный окоп там! Жги их! Так точно! Я плачу! Готово! Остался еще один окоп! Как держать? Снайперы на деревья! Укрытие! За бочки ложись! Берегись! Противник на хребте! Они приближаются! Ой. Граната, уходим живо! Конечно!
помощь! Они приближаются! Минометы противника нейтрализованы. Танки уже в пути. Танки на подходе! Передай по радио. Мы зачистили позиции миномета. Хорошая работа. Наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилели у нас. Миллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. У Тодзё тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками, но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Готовьтесь к рукопашке. Ложись! Они налетят!
Атакуйте сразу со всех сторон! Прикрывайте друг другу спину! Не попадайтесь им! Не помните, что там! Эй, зайдите! Дерево! Они подтягивают артиллерию с северного востока! Нам надо выдвинуться и перебить их! Великолепно! Сдохни, тварь! На нас палит толпа пехоты! Thank you.
убедись, что там чисто! Двигайтесь вдоль оврага. Следите за деревьями. Держись. Всем пригнуться. А зачистить пещеры уже наш. Держитесь позади танка! Я знаю, они рядом!
место! Они приближаются! Волонский, сними этого! Слева! Понял вас! Я выдвигаю! Прикрой меня! Зачистить эти пещеры! Они идут прямо на нас! В укрытие! Ложи! Мы потеряли множество отважных бойцов, но их жертва не была напрасной. Наши танковые части представляют собой такую стальную силу, которая без труда сокрушит фашистские войска. Сегодня мы станем свидетелями падения Зиела, а также всех глупцов, что посмеют встать на нашем пути. Отважные солдаты 3-й ударной армии, товарищи!